хотелось сказать немного о том, что сегодня из себя представляет фестиваль «Золотая маска». Помимо спектаклей, которые мы показываем ежегодно, а их было более 150, и более 83 тысяч зрителей посмотрели эти спектакли, мы проводим большую офф-программу. Это образовательные лекции, мастер-классы, встречи творческие. В этом году мы впервые провели лабораторию вместе с Русским театром, которая называлась «Современная российская драматургия в эскизах молодых эстонских режиссеров». Нам очень приятно, что эта лаборатория вызвала такой огромный отклик, собрала такое количество людей, зрителей, которые обсуждали эти пьесы. Таким образом, ну, новым направлением в программе мы ознаменовали свое 15-летие. Также нам хочется сказать, что в этом году мы провели специальный проект, который был сделан вместе с замечательным фестивалем «Бергита», который родился в один год с нашим фестивалем. И Эрик Ласс, который был вдохновителем фестиваля «Бергит», он долгое время также являлся и членом совета фестиваля «Золотая маска». В том числе он был лауреатом премии «Золотая маска». Поэтому наши общие усилия не пропали даром. И один фестиваль, и другой живет, и я надеюсь, у нас будет продолжение. На земле, я прибыл в Таллинграде 4 года назад, были связаны именно с началом фестиваля осенью 2015 года. Это были сильные впечатления. Мои первые впечатления от знакомства с реалиями Таллина, Эстонии. Я очень рад тому, что эти сильные впечатления сохраняются и до сих пор. На примере проводившихся за эти 4 года фестиваля «Золотая маска». Я признателен всем тем, кто оказывает, принимает непосредственное участие в подготовке этого, наверное, самого знакомого мероприятия в области культуры между нашими странами. Особое признательность моему Ленчику. Я рад был услышать от господина министра слова о поддержке Министерства культуры Эстонии этого мероприятия. Фестиваль упомянут отдельной строкой, подписанной в марте этого года очередной программе сотрудничества между нашими министерствами культуры. И я уверен, что это не последний юбилей, 15 лет тоже юбилей вполне приличный. Но я уверен, что и дальше фестиваль будет только набирать обороты, привлекая еще больше внимания, привлекая еще больше зрителей, посетителей, на радость всем тем, кто занимается работой в сфере двусторонних отношений между нашими странами. Стараемся радовать эстонских зрителей, привозя сюда совершенно разные спектакли, номинантов «Маски», так как программа у нас и лауреат, отобрана экспертами вместе с нашими коллегами из Эстонии, критиками, театроведами, музыковедами. И каждый раз делаем так, чтобы программа была самой разнообразной. В этом году 15 лет «Золотой маски» в Эстонии. Первая маска для Тыниса Лукаса в качестве министра культуры. Да, какие это... ассоциации у вас с этим возникают? Это верно, да. И я знаю, что этот фестиваль идет уже 15-го года. И, значит, публика очень любит этот фестиваль. И не только русская публика, но этого нашли и эстонские театролюбители, и эстонская публика очень часто и бывает на эти мероприятия и везде, не только в Таллине, но это уж и в Тарту, и в Виленде. И мы в Эстонии, мы и
Для нас очень важно, что все фестивали и регионально были бы везде. Спасибо. Так.